Так, дорогие товарищи, теперь мы находимся в следующем месте приготовления вкусной еды, которая находится в 1,5 метрах от предыдущего. И главный коптильщик Михаил Владимирович. Он же главный рыбак, он же главный коптильщик. Он же главный коптерщик. И он главный коптерщик и устроитель всех радостных наших событий. Благодаря нему у нас много интересных событий в деревне произошло и сделано. Михаил Владимирович, вам слово, что вы там делаете? Коптить рыбка, большая и маленькая. Чего начинал? Да. Хорошо, что не чего небо. Начинал-то? Коптил небо. Чего начинал? Что да. Чего начинал? Стружку положил вниз. Да. Ну чего ты? Да нет, зачем мне это начинать? Да, прекрасно. Все знают, да? Михаил Владимирович, какая у нас сегодня будет рыба? Замечательная. А какая марка рыбы у нас там коптится? Терпух, окунь. Килька. Килька. Ставрида. Ставрида. И скумбрия, не скумбрия. Скумбрия. Итак, я так понимаю, у нас три вида рыбы. Терпух, окунь и скумбрия. И скилька. Переходим к следующему этапу. Смотрите дальше.